Знаете, я хочу сделать маленький отчет пятизвездочной гостиницы в Баку. Файрмонт. Файрмонт. Значит, так, это значит прихожая у нас. План по огнебезопасности. Значит, сперва, значит, там находится у нас, как говорится, жилое помещение. Здесь сам узел с гардеробом. Так, посмотрим, что у нас есть в гардеробе. Халат. Сейф, если вам видно. Вешалки. Вот здесь у нас утюг. Гладильная доска. Прилично. То, что нужно человеку в командировке. Потом. О. Это что у нас? Щетка. Это, наверное, чтобы это... Обувь чистить, да. Обувь чистить. Здесь. Палочка для... Попробую, чтобы надевать обувь. Фен. Тапочки. Здесь обувь хранить. Так, тут ничего интересного нет. Санузле, что у нас? Унитаз, биде. Там было полотенце. Уж ничего интересного. Так, самое интересное здесь, как говорится. Так, что у нас здесь? Два умывальника, полотенце. Это что у нас? Мыло. Здесь стандартный шампунь, снова мыло. А, нет, это шляпа. Здесь пара. Ушные палочки для макияжа. Потом что еще? Салфетка. Полотенце, снова мыло. Там у нас душ. Только заехали, пока еще ничего не пробовали, не проверяли. Вот еще халат и снова полотенце. Так, пошли дальше. Вот что меня идет. Пока первый раз. Все на какие-то кнопки, блин. Свет выключился. Свет включился. Освещение кофемашины. Включим. Включили. Это кондиционер. Так, пошли дальше. Здесь у нас кофемашина, вода. Вот здесь у нас разное кофе, чай, сахар, кружка, ложки. Ничего интересного. Лед. Так. Здесь у нас телевизор. Мини-бар. Пустой. Там тоже какая-то билиберда, нафиг она мне нужна. Здесь разная ерунда. Там эти телефон интересный. Беспроводной. И главное, телефона два. Вон второй еще. Тут разная тоже ерунда. Ничего интересного. Хорошая кровать, я так думаю. Ну, будем спать, посмотрим. Там есть добавочное одеяло, свет. И вот снова же все, что здесь мне интересно. Все снова на кнопках. Интересно. Значит, так, вот снова освещение кофе. Выключили, включили. Ну, снова же это как оно, ночное освещение. И что интересного? Что-то работает. Как видно, окно открывается, закрывается, понять не могу. Ага. Ага, закрылось окно. А сейчас открываем мы его. Во. Сейчас вид с окна, конечно, плохой. Это мы находимся на 13 этаже. 13 этаж. Ночь. Никакого такого, говорится, хорошего вида. Днем потом я еще сниму видос какой-нибудь маленький, что тут у нас видно. Сейчас ничего интересного. Ну, вот такой вот номер. Пятизвездочном отеле. Сейчас все будем отдыхать. Всем спокойной ночи.